Менее суток остается до старта 111-го чемпионата Европы по фигурному катанию. В Минск уже съехались многие звезды мировой величины. Среди них олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова из России, бронзовый призер Олимпиады в танцах на льду, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, шестикратный победитель континентального форума Хавьер Фернандес из Испании. Сегодня на Минск-арене проходят официальные тренировки. Честно, не ожидала, и для меня это было очень большим сюрпризом, и я рада кататься при такой публике. Настроение боевое, готова бороться за высокие места. От Минск-арены ожидаю только поддержку, очень большую, а от тебя чистые прокаты. Уже завтра в 11 часов утра можно будет увидеть короткую женскую программу, а в 6 часов вечера пройдет торжественная церемония открытия на льду, после чего также с короткой программой выступят спортивные пары. Телеканал «Беларусь-5» покажет весь соревновательный день в прямом эфире.